В ближайшее время Microsoft планирует добавить в Windows 11 несколько новых функций, которых пользователи давно ждали. Например, планируется включить вкладки в проводнике. Однако, когда точно это произойдет, мы не знаем. Да и мало ли что-то пойдет не так. Тем же, кто хочет опробовать пользовательский интерфейс с вкладками в проводнике уже сейчас, достаточно скачать бесплатное приложение с открытым исходным кодом File Up или Files 2.0. Данная версия проводника в Windows 11 предлагает более привлекательный пользовательский интерфейс. В данном проводнике уже доступны вкладки и присутствует возможность переупорядочивания их. FileUp также прекрасно работает и в Windows 10. Последняя версия предлагает красивый редизайн пользовательского интерфейса с контекстным меню. В дополнение к интерфейсу с вкладками, FilesUp предлагает новое представление столбец, которая позволит одновременно открывать несколько уровней иерархии. Вы также можете использовать пользовательские темы и помечать файлы разными цветами. Приложение можно установить как проводник по умолчанию или использовать только по запуску ярлыка. Разработчик приложения FileApps усовершенствовал контекстное меню, панель предварительного просмотра, макет сведений, поиск, пользовательский интерфейс настроек и так далее. В его настройках можно изменить внешний вид проводника, в частности выбрать тему, и кроме стандартной есть еще и пользовательские. Настроить сайдбар, включить или отключить показ тех или иных вкладок, добавить или убрать кнопки в верхней панели проводника. Настроить параметры открытия новой вкладки и многое другое. Files App доступна для бесплатного скачивания в Windows 10 и 11. Можно скачать как в Microsoft Store, так и в GitHub. Перед установкой приложения важно отметить, что Files Apps не может полностью заменить стандартный Explorer. Однако проект активно развивается. Если же это видео было вам полезным, не забудьте поставить лайк.